Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Первый месяц осени вкусовые предпочтения карася потихоньку начинают меняться. Если летом работали сильно концентрированные запахи, то в сентябре силу аромата нужно сбавить в половину точно. Сегодня я расскажу о проверенных ароматизаторах для прикормки и теста в сентябре. На первом месте совсем необычный запах, но мой дед всегда применял его для ловли именно в сентябре. Нам понадобится 10 листочков черной смородины, которые нужно мелко порезать и добавить в прикормку. Как мы с вами знаем, смородины и листья обладают ярко выраженным запахом, который как раз хорошо и пропитает нашу прикормку. Далее идет запах чеснока. Это классика, которая хорошо работает по карасю в любое время года, пожалуй, кроме зимы. Чесночным запахом можно пропитывать как прикормку, так и тесто, перловку или даже кукурузу. Самый простой вариант – это натереть 3-4 зубчика на мелкой терке и хорошенько смешать с прикормочной смесью. Еще один запах, который неплохо себя показал по остывающей осенней воде на карася, это анис, а точнее анисовые капли, которые можно приобрести как в аптеке, интернет-магазинах или в рыболовных магазинах. По своему опыту скажу, лучше всего брать именно в аптеке, так как там будет проверено максимальный концентрат по запаху. Традиционно добавляют по 2-3 капли в тесто или червей, или же 10 и больше капель в прикормку. Кормочную смесь. Также хорошо осенью использовать анисовый порошок. И напоследок, не сильно распространенный, но очень уловистый запах – это жидкий дым. Его можно приобрести в любом магазине или супермаркете. Некоторые рыбаки утверждают, что это лучший осенний запах на карася. Подтвердить или оспорить это невозможно, так как на каждом водоеме у золотистого свои вкусовые предпочтения. В любом случае, этот аромат обязательно нужно попробовать за осень хотя бы один раз. Добавьте одну пробочку жидкого дыма в прикормочную смесь, больше лить не нужно, иначе можно переборщить с концентрацией запаха. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!